Мы находимся в Москве у отца Кирилла Сахарова. Он живет на набережной Берсеневской, 22. Вот видно купол храм Христа Спасителя рядом здесь. Вот тут мы ночевали пятница, суббота и воскресенье. Сегодня понедельник. Ну, нам сказали, что можем попасть к консулу Великобритании. Он сам выходил и должны сегодня наш вопрос разрешить. Выдать обратно наши паспорта, которые задержаны на целый месяц. Хотя в документах, какие нам выдали, там сказано, что срок рассмотрения 3 недели. Мы никуда не можем выехать. Сегодня уже 3-е число, а у нас 5-го должны пересечь границу Шенгенской зоны, не где-то, а в Греции. Предварительно пройти грузинские таможню, турецкую, по Турции с той стороны юга пройти у Черного моря. И тогда там, около Стамбула, пересечь границу Греции. Не знаю, как мы вложимся в это. Нас задержали на 2 недели, уж скоро будет. 2 недели. У нас все было рассчитано. Франция, я должен был сказать слово на Троицу 8 июня. Хотя бы 11 числа пересечь Ла-Манш в Англию. Там ждут, очень все время запрашивают. И Финляндия, это на 28-е. До этого должны пройти мы Испанию, Португалию, пройти весь центр Европы, Швейцарию, Нидерланды, Бельгию, Люксембурга. То, что не так велико. Вот сейчас я ехать, и братья решили немножко машину у отца Кирилла здесь помыть. Вот у меня утром, я когда приехал, привязал собачку, но она залаяла. На то и собака, чужие люди. Сразу сделали замечание, потому что в этих домах рядом живут большие какие-то начальники. Как у нас говорят, пупки. И вроде бы время уже хотя и 8 или сколько, но они еще отдыхают. Вот одна из послушниц пошла, видно, храм здесь, грузинка. Вот, это вот дома рядом за стеной прям сразу. Вот они какие тут отдыхают. Слуги народа, так сказали, тут и замы министров. Ну, а мы-то кто тут? Ясное дело, нам надо подчиняться, входить в общий этот ритм. Каждое утро, пока все спят, я, как всегда, в 4:40 уже по московскому встаю, урагана вывожу, выгуливаю, вычесываю. Потом идем мы на набережную Москвы реки. Вот она отсюда, как я смотрю, вправо течет туда. Он на парапет лапами станет снизу, но прыгать на парапет не станет. Если упадет, не вытащить. Такая высота и скользкая все в воде. Вот. Это вот храм. Храм с той стороны, вход в него. Вот, тут кое-что-то написано. Я плохо снимаю, и руки-то дрожат. Вот, отец Кирилл, это уникальный человек в том смысле, что он расположен к служению дониконовскому, старообрядческому. Так что, встречаясь в старообрядческих храмах священником, он сразу говорит, какие у них там упущения и, как сказать, промахи. Он великий знаток всего богослужения, ведут так. Вчера гляжу, ребенка тут к причастию приводят. Ну, ребенок там лет 5-6, а другой там совсем махонький. И там одна подбежала, быстрее ему на руку лестовку старообрядческую надела. Старообрядцы с такой точностью не смотрят. Вот. И они его все равно за своего не признают. Я говорю, ты стараешься, они тебя за своего не признают. Ну, еще есть. То и берем. Вот сейчас пойду к братьям опять. Видите, как здесь разные сторожки все сделано. Очень большие липы. Липы в обхват только 3 человекам можно взять. И потом я туда пройду. Вот. Я это Лапкин Игнатий. Сегодня понедельник. Мы были в визовом центре.
Нас вот приняли вне очереди на второй этаж разузнать, где наши сгинувшие паспорта. И Бог дал хороших людей, какой-то Аркадий, мы узнали, молимся за него. Созвонился с посольством, ну там примут, не примут. В Барнаульском визал-центре сказали, что вас на расстоянии выстрела не допустят. Ну выстрел это далеко, ну оказалось так, что Бог открыл двери. И что интересно, прямо на проходную вышел сам посол Великобритании, как нам сказали. Какой-то помощник Александр. Очень понравился. Я готовлю подарки им сегодня из книг, потому что книги не входят во взятку. Да и какая взятка-то? В Барнауле с нас все сняли, документы приняли, отпечатки отдали, деньги заплатили. Через 3 недели нам не вернули, мы приехали в Москву. Главное было боязнь, что когда мы выйдем, а сюда их пошлют в Барнаул, то вот это было беда. Ну, мы поставили там своего человека, племянник Устинов, Алеша, Алексей Владимирович. И он все время ходит, звонит и узнает. Если мы сегодня получим, то мы дадим отбой. Мы срочно, прямо буквально выезжаем, вылетаем в Воронеж к Сергею Козлову, парализованный иконописец. Вот. Ну а дальше это в шахты, где в прошлом году у нас ставка была. Ну, нынче у нас надо ближе к центру Москвы, в Калужской области. Из Калининграда близкие знакомые. По интернету только знакомые. Булкин Дмитрий все это устроил. За 1000 километров приезжал к своему товарищу Куку Владимиру. Все подготовили. 12 или 16 метров контейнер морской. Электричество провели. Книги наши получили они здесь. Ну вот, братья машину маленько приводят, чтобы смыть дорожную. Попали в дождь, сильно были запачканы. Ну вот, это работа своего рода. Ну и, конечно, как не показать, я покажу своего друга. Мы едем с ним. Вот так покажу, где он у меня. Вот. Тихо. Ой! Он не любит, когда фотографируют его, снимают. Он какой-то, у него дух старообрядческий, застойный. Современную технику плохо воспринимает. Ну, вчера я стоял в воскресенье на набережной. А в это время моечная машина идет, и под ней крутится, которая пыль собирает-то там, ротор какой-то-то. Я не ожидал от него, он как. Он давай лаять, испугался или еще. Вот такое дело. Господь нас благословил. До Москвы мы доехали практически за 3,5 дня. За три. Да, ну, вот это Николай Крущина, Николай Павлович. Главный наш. Какой главный? Водитель, без него бы мы шагу не сделали. Да воздаст ему Господь за труды. Меня бы шагу не делали. За 3 суток мы доехали. Ну, я говорю, как есть. Я здесь не лукавлю, не подыгрываю. Это, об этом молились, и Господь, видите, сподобил нас. Эти алтайский номер 22 РУС. Кто-то начал говорить, посмотрите, какой у нас номер. Вот, 7, это полнота божественная. Ну, 8 объяснили, тоже начало, 3, 3. Я говорю, а можно так объяснить, 7, 8, 3. Сколько получается? 18. 18 это 3 шестерки. Все сразу попятились от номера. 3 шестерки боятся. Ну, а я не придумаю ничего, сложил их, разделил. Это как у коммунистов-то, только отнять и разделить. 2 действия знали, 70 лет. И, наконец, ничего нет, все отняли, все уделали народ. И сами сгинули окаянные. А тут ничего не сделать уже. Вот так. Вот видишь. Ну все, братья. У вас что-то сказать есть тут? На память. Вот мы едем и с этой стороны. Вот в окне у нас установлена вот такая картинка наша. Это уж расстарался наш брат Сергей Павлович Пупков. Вот он стоит как раз первый здесь. Стриженный короткий волос. Батюшка, отец Аким сходит в воду. И наш сайт www.1001narod.ru. Там через него сразу на форум пойти. И на наш канал в ютубе, называется «Открытым оком». Там почти 1800 наших видеороликов. Ну, много. Каждый из них по полчаса и более.
Вот это вот я показываю, где там липы. Далековато идти. Вот оно все здесь. Липы огромные. Просто огромные. Все, братья, я отхожу. Прощаю. Это Виктор Николаевич. Связующее звено с медиа, прессой, со СМИ. Что-то снимают, кто-то недоволен, что плохого качества, другого нет. Аппаратура какая тут? 20 тысяч сейчас заплатили. А надо было хотя бы за 1,5 миллиона купить. А мы со всеми нашими сухарями нисколько не весим. У нас еще желание такое, это же «Газель». Грузопассажирская, как называют. Вот здесь мы сидим. И если мы вернемся благополучно, поедем через Нижний Новгород, ну, у меня такие планы, мы заявим о себе, кто мы такие, и попросим директора генерального, там, кто есть, и рассказать об этой машине. То есть, ну, попроще сказать, дать рекламу их машине. Она в прошлом году прошла 15 государств, 6 мусульманских республик. В общей сложности 90 тысяч. А за это они бы нам капитальный ремонт сделали. О чем говорит наш Николай Павлович-то? Ну, это правильно. Мы можем поговорить, сказать как-то тоже, чтобы у нас искренне это было. Все же рекламу, ну, не знаю, то менеджеры там занимаются. Вот. И было интересно, мы были в Вене в прошлом году, в 2013-м. А сегодня я не пойму, число-то какое? Третье или второе? 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 Да. Второе июня. А 10 июня мне будет 75 лет. Так там русские попали нам, они перед ней на колени встали впереди фотографировать. До того интересно, это русская машина из России, первый раз видим. Да вам, может, помощь какая нужна? Я не знаю, еще они нам там дали, нет, переводчиками, бесплатно. О, вот и оказывается как. А нам говорили, эта машина с такой загазованностью вас не пустят нигде. Даже самые привередливые, может быть, были на пути немцы, ни одного слова не сделали. Даже нас задерживали, какая-то там ошибка была. Я так и не понял, за что нас в Германии-то задержали? Николай, ну-ка подойди, Виктор. Поясните мне, за что нас там полиция-то задержала? Что мы там не так сделали? Она даже не полиция, а какая-то, говорили, таможенная служба, что ли. Таможенная? Почем? По дилерам, наверное. По наркомании, по контрабанде, я так понял. Ну и за что они нас остановили-то? Ночью дело было. Наверное, ты тут помог. А я как помог? Ну как помог? Еще не забыл, где мы балансировали-то. Увидели машину. Что они хотели? Обычная машина увидели. Они никогда такой не видели. Да, даже немцы не видели. Это очень редко. 22-й регион, тем более, они не знали этого. Там нету газелей. Ниву мы там видели на всю Германию, штуки две, наверное, с братом. А газели вообще нет. Она, видите, большая, тем высокая, более, как лебедь белый плывет. Бородатые. Они смотрели, что наркотики, водка, спрашивали, на воду показывают. Водка, по-русски говорили. Ага. Сзади, когда я там разбирал. А у нас там ящики для книг. Я говорю, вот и вода. Почему водка-то? Ну и потом они все. Почему? Ты не заметил, что книги, в которой лежали коробки, она написана «водка барнаульская». Из-под водки коробки-то были. Понятно, но он и на воду показывал, это что, водка спрашивал. Ну. На воду. А какая-то сотрудница, девушка там стояла и улыбалась. И смотрели даже вот здесь, вот стекла где открываются, да. И там щели. Что-то дождь на нас идет. Ты что на нас брызгаешь, что у меня же техника в руках. Дождик. Ты что делаешь, а? Появился. Ты что творишь? Мне один в интернете говорит, ты что, говорит, творишь? Ну и дальше проверили, еще. Проверили, посмотрели, ничего и нету. Один сунулся в салон, где собачка, а он как залает, а он-то не ожидал. Да. И он потом как рассмеялся, и для него это было неожиданно. Ага. Сфотографировались. И с ними сфотографировались, они, вот самое главное. По-доброму, да, и поняли, что мы. А у нас на щите-то фотографируют, скажи, ты свои, говорит, ботинки прячут полиция. А здесь нет, встали, обнялись, и Николай стоит такого же роста с ними. Ну, такой же, как. И они такие Поджарые же, веселые. Такие, веселые. Так мы приехали, я написал благодарность, узнать, где у них управление. Фотографии сделали, послали, и перевод сделали на немецком языке. То есть свою работу они делают. Да, чтобы очень они хорошо. Нам и приятно понравилось, как работают. Насколько они, ну, приветливые. Так они, главное, впереди поедем, вот куда нас вывезти-то. Впереди поехали, да, а впереди мы за ними. Поехали. Там же, ну, связались руки с Валентиной Сартисон, куда мы ехали. И она им сказала, это мои гости, они вообще к нам. И поверили тогда уже. Ну, вот как не поверили-то? Мы же верующие. Ну да. Ну я и говорил, я по-английски-то несколько фраз говорю, мы верующие. Вот оно какое дело.
Это вот наш отец Аким Потеряевки. Я насмотрю, вот когда на снимке, ни одного снимка нету, чтобы все остались целые. Вот впереди вот Наталья, вот эта, она вышла замуж, в Америке находится. Это непонятно, она в другой храм где-то ходит. А это Горный Алтай вообще после крещения исчезла, я не знаю. Но это хозяин собаки Урагана. Собака Ураган, она у нас, у него в прошлом году стала чемпионом России по защитной караульной службе и общей подготовке. Это батюшка, видите как? Он сходит в воду. И вот этот снимок настолько хороший в интернете, что Игнатий Душеинов, игумен, написал о крещении и взял ее, она как бы корочка с другой, той стороны. Ну и продает ее где-то, ну где она, по благословению патриарха Алексея II. Ну все нормально, очень хороший, игумен Московской патриархии. Но кто-то сказал, так это же из Потеряевки. И обуянной лютой ненависти священники прям кинулись к этой кассе, убрать немедленно, и только из-за рисунка. Это где? В Клочках Ребрихинского района Алтайского края, сообщая из других мест. То есть священники самые лютые волки против нас. Только из одного вот этого снимка они свои брошюры немедленно придали проклятию. Даже ненависть к самой фотографии, это запредельно, это даже сатана не делает. Я им никакого зла не сделал, притом это не в одном месте. Я даже вот сейчас уезжаем за отца Кирилла Сахарова, игумен на Берсеневке. Объясняю, где. Тут 200 метров до храма Христа Спасителя. Просто опасно. Они, ну он очень прочно стоит, у него тут патриарх Кирилл. В прошлом году он какой-то особый с украшением наперстный крест получил. Он со старобрядцами связующее звено. Думаю, что такого больше у нас нету. Такого знатока, и чтобы всю службу, все ведет по-старобрядчески. Это не единоверчески, нет, это сугубо Московской патриархии. Все здесь. Но вот служит, вот я считаю, это самый правильный. Не отделяться не надо, не враждовать. И до Никоновской нравится по старым печатным книгам. Ну и служите во славу Божию. И у него тут патриарх Алексей, Сербский Павел, Кирилл, ну все его, он писатель, его в союз писателей приняли. Обычно полгода принимает, а его за 2 недели приняли. Книга воспоминаний вышла у него сейчас, хорошая, 4-й том. Ну, как книга, она не том, но... Ну, хорошая. Просто хорошая. У него писательский талант. Вчера он выступал, тут на улице трапеза была, это у нас отдельный ролик будет. И видно, что... Знает, о чем говорит. Вот. Ну, это я, Лапкин Игнатий из Барнаула. Вот рядом показать. Братья нашу лебедушку обихаживают. И вот когда, где мы были, вот там Братислава, тут из Белграда, вчера понаехали тут наши, кажется, братушки из Сербии. А в Сербии мы были, из библиотеки мне прислали, или сразу дали, не помню, грамоту. И там написано слово «книги» и «вредно». Ну, я не знаю, что там, но слово «вредно» меня насторожило. Как же так? Такие хорошие отношения, вдруг вредно. И я его спрашиваю, этот серб, он разговаривает по-русски. Я говорю, а что, не, почему написали «вредно»? Это означает, говорит, «обширно». То есть очень обширно вы захватили в книгах описание всего. Ну, вот видите, слово «вредно», оно у русских ассоциируется с чем-то непригодным где-то. Я дорогой пытался узнать значение этого слова. Не тут-то было, никто не знает. Но надо, чтобы он знал и русский перевести. А тут приехали с переводчиками, мы прекрасно провели время, они на беседе были, это все тоже записано. Если Господь благословит, сегодня получим паспорта 2 июня, то мы должны поехать в Воронеж к Сергею Парализованному. Задержаться нисколько не можем. Мы сразу в шахты попроведывать Суворовых, у которых были в прошлом году там... Павел Николаевич, все его семейство. И дальше уже без задержки мы должны пересечь границу Грузии на Турцию. Ну, просим у всех молитву. Едем мы с большим сокровищем, с книгами. Очень желаю подарить книги папе Венедикту и Франциску. Ну, а дальше, может быть, заглянем в игорный дом Монако. Ну, а в Англии уже постараюсь пробраться к королеве. Подарить ей книги. Там есть у нее люди, потому что книги наши
того стоит. Вот пока мы были здесь, приезжали с разных сторон священники. Ну, сколько было, все. Притом в частные руки я редко отдаю им, священникам. Они покупают. А остальное все бесплатно. Ну, приехал один, у него ничего не, значит, так дал. Приезжали какие-то только пришедшие в православие. Только. И как, через интернет толкнулись на наши книги, и все понравилось. И так отхожу.